Изучать захватывающий мир телевидения девятиклассники отправились вместе с заместителем генерального директора Видновской дирекции киносети Юлией Погосьян. Она рассказала ребятам обо всех деталях съемочного процесса. У нас в Ленинском городском округе есть такая возможность ребятам наглядно показать, кто такие журналисты, как они работают. И, может быть, в будущем, вот у нас сегодня старшеклассники, да, кто-то из них выберет эту профессию, ознакомить, показать, протестировать самим. Большое впечатление на школьников произвела новостная студия. Самые смелые – Арсений Ильин и Макар Зайцев – даже попробовали себя в роли ведущих. Совсем непростая работа. Нужно иметь максимальную сосредоточенность, нужно всегда фокусироваться на тексте, на том, что ты говоришь, не отвлекаться на какие-то посторонние факторы, которые могут тебя отвлекать. Попробовал себя в роли участника телепередачи. Ну, впечатление у меня очень хорошее. Люди здесь работают очень добрые, и профессия у них интересная. Также ребятам показали помещения, в которых постоянно кипит жизнь телеканала. Их познакомили с работой корреспондентов, операторов и видеомонтажеров. Корреспонденты приезжают, пишут тексты своих сюжетов, отсматривают, разумеется, пишут тексты. Им приходят сюда для того, чтобы записать голос, и монтажер собрал уже картинками, наполнил этот самый сюжет. Также школьники побывали в специальной студии с декорациями и хромакеем для записи программ. Под впечатлением от увиденного некоторые задумались о том, чтобы связать свою будущую профессию с телевидением. Я, может быть, даже в какой-то степени задумывалась насчет журналистики, вот, так как я творческий человек, учусь в музыкальной школе, занимаюсь пением. Вот. И, ну, как бы это связано немного. Было очень интересно побывать, ну, в таком месте, которое именно продемонстрировало тебе, вот, чем занимаются такие люди. Теперь учащиеся Видновской школы номер 7 знают, что для обычного зрителя всегда остается за кадром. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.